Алексей Владимирович Баталов – один из самых известных и узнаваемых актеров нашего кино. Снялся во множестве фильмов, давно ставших классикой отечественного кинематографа. Причиной смерти Алексея Баталова стала остановка сердца. К этому привели осложнения от перелома шейки бедра и последующей операции, сопутствующие заболевания и преклонный возраст. Он скончался 15 июня 2017 года на 89-м году. Памятник художника-скульптора Алексея Ноздрина, который представляет собой скульптуру Баталова из фильма «Летят журавли», был открыт в 2019 году на Преображенском кладбище. В скульптуре запечатлен величественный рядовой Баталов в солдатской шинели из бронзы, нагнув затылок к земле и взором пронзает небосвод. Возле скульптуры Баталова пролетает стайка устремившихся ввысь золотистых журавлей. Близкие Баталова самостоятельно не осилили сумму в 3,5 миллиона рублей, которая ушла на несравненно великолепное надгробие. Необходимые средства изыскал фонд правообладателей Никиты Михалкова.